с вами Топчик ТВ. Сегодня мы будем открывать шкатулки. Папа, что же в этих шкатулках? Посмотри, открой и узнаешь, что там. Итак, ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Кстати, у меня есть такие часы, и пока они сыпятся, пока песок идет, надо начинать открывать. Начну с этой. Ой, тут бабочки. Смотрите, друзья, такие бабочки. Кстати, я их очень долго искала в своей комнате. Вот вторая бабочка. Как же ее сейчас достать? Вот она, самая красивая. Так, а что же в этой? Ну, тут уже подделка. Ждет нас божья коровка. Очень даже прикольно. Вот так ее подставим. Так, тут у нас ждет ящерка. Такая золотая ящерка, как вы видите. Ну а тут у нас лягушка, квакушка. Очень прикольно. Ну, папа, для чего это все? Это что, пранк? Всякие... Я же не люблю насекомых, папа. Это что, пранк? Да, это пранк. Странно. Ну, как у тебя это все получилось? И откуда ты взял этих насекомых? Ой, места мало. Вот, это еще кто? Я зебреныш. Зебреныш. Папа, это ты его взял? Нет. Кто за зебреныш? Я очень люблю насекомых. Папа, это тоже пранк? Нет? Ну ладно. Это бабочки. Ну, бабочки что? Бабочки очень интересные насекомые. Очень интересные насекомые. Она шевелится. Она шевелится. Фу. Она что? Она живая. Фу. Папа! Точно, я же вспомнила. Это же мой Вовсе не Пупсини, которые очень хотели превратиться в бабочек, но не дожили. И зебреныша я помню, тоже мой очень любимый друг. И кстати, ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А также смотрите новое видео. Всем пока-пока. С вами был Топчик ТВ.